Раритетное издание, которому более 200 лет, вернулось в стены родного музея. Книгу «Делиля. Сады» 1801 года издания обнаружили в личной коллекции жителя Саратова. Библиографический раритет пропал в 70-х годах прошлого века. Из родительского музея тогда похитили большое количество экспонатов. По словам бывшего владельца книги, он нашел ее в полуразрушенном доме и теперь добровольно вернул в фонды музея. Тем временем несколько саратовских депутатов высказали за переименование Волгограда в Сталинград. Эту идею фактически одобрил президент России. Возвращение городу-герою его прежнего названия возможно после проведения референдума и согласия жителей Волгограда. А вот в Саратовской области проверяют пляжи. По состоянию на 5 июня выданы 4 санэпидзаключения на использование водных объектов в целях купания. При этом специалисты отмечают, что к работе сегодня готовы только 2 пляжа, оба в Энгельсе, и 4 базы отдыха. В то же время, в прошлом году, все подготовительные работы на водоемах были завершены намного раньше. Тогда получили одобрение от Роспотребнадзора 28 объектов.